Чувашии за последние 2 года более чем на 7 тысяч человек сократилось число нуждающихся в жилье. С начала 2022 года в регионе улучшили жилищные условия почти 1000 семей. Это 434 молодые, 26 многодетных и 22 семьи, проживающие в аварийном жилье. Всего в этом году планируется приобрести жилые помещения для 304 детей-сирот, из них часть по муниципальным контрактам, часть по жилищным сертификатам. Также жильем обеспечат 28 семей с 5 и более детьми, 33 с семью и более детьми. Из аварийного жилья планируют расселить порядка 530 жителей Чувашии.